Всем привет! Итак, вот сделал такого баскетболиста, бейсболиста точнее. Так, перчатку я нашел именно с прошлых своих проектов. Мяч скачал, ну и биту тоже скачал. Кстати, очень проблемно сейчас скачивать вот эти вот модели. Раньше они были бесплатные, их было множество. Сейчас в основном очень много платных и надо регистрироваться. Короче, проблем с этим делом очень много стало. Так, что здесь есть? Значит, так, давайте все это дело подключим. Ну, не просто ж так все это дело показывать. Значит, так, здесь есть персонаж. Вот он. И я ему здесь присобачил вот эту вот перчатку. Вот она находится. Потому что другой вариант пробовал просто прикрепить. Она ползет, уходит как-то в бок. Ну, словом, проблемы с ней были. Так, что тут еще? Ну вот, вроде бы лоуполька, ну, сетка, конечно, вроде бы нормальная, легкая. Ну, здесь вот. Так, что у нас здесь такое? Ну, здесь у нас вот такой вот вид. Ну, для анимации, для проб, я думаю, пойдет. Ну, кое-где, конечно, выгладить надо, не суть вопроса. Если у вас есть какие-то возможности или знания, как можно вот это все дело прикрепить, значит, к персонажу, не удаляя вот эту руку, то подскажите. Так, что еще? Значит так, ну и вот этот рик давайте подключим. Выбираем, значит, нашего персонажа. Опять же костик, Ctrl-P, сочетание клавиш with automatic widget. Все прикрепилось, теперь нам нужно прикрепить штанцы. Через Shift выбираем кости, после штанов Ctrl-P, это значит with empty group. Все по прошлым роликам, ну, заодно, так сказать, уже с персонажем, чтобы обзор какой-то был. Выбираем модификаторы, дата трансфер, выбираем пипетку, выбираем нашего персонажа, потому что мы его вязали. Так, куда нажать? Так, vertex date, vertex group ставим и все это дело опять же применяем. Следом, что у нас идет? Идет у нас вот такая вот. Сейчас вам покажу. Вот такая пижама с носками. Вот их надо тоже привязать. Выбираем пижаму через Shift кости, Ctrl-P, with empty group. Теперь только пижаму выбираем. Опять же, модификаторы, дата, трансфер. Выбираем нашего персонажа. Ну и vertex date, vertex group. Вот, применяем. Так, все вроде применено. Тут еще вот в чем вопрос. Тут есть кепка. Вот так. Ну, здесь вот чуть-чуть вылазит волос. Давайте его чуть-чуть подкорректируем. Он делался для американского футболиста. Это Sculpt Mod F. Английское прибавляем. И теперь с помощью тянучки граба все это дело чуть-чуть давайте уменьшим, чтобы эта прическа не вылазила из головы. Так, ну вроде бы все вот нормально уже. Так, что тут еще? Единица на нампаде, object mode. Так, если пониже кепку опускать, то прическа, видите, у нас, у меня тут она такая, типа квадратная. Так, давайте еще вот так, наверное, зайдем в Sculpt Mode и чуть-чуть, может, шифтом как-то выгладим. Вот так. Так, и чуть-чуть, наверное, как бы вниз потянем. Так, у меня вот, не работает симметрия. В прошлый раз что-то она не захотела.
ставится. Ну, вот сейчас работает. Все, зашибись, значит. Выбираем нашу вот эту кепи. И, наверное, я ее чуть-чуть еще вот так как бы уменьшу по голове. Так. Так, чуть-чуть надо прибавить. И чуть-чуть надо повыше. Вот так вот. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы она вот так аж была. Но тогда нужно с волосом тут еще поработать. Или вот растягивать ее больше. Вот так еще сделаем. Так, чуть-чуть уменьшим ее вот так в объеме. И тогда нам понадобится опять же персонаж. В принципе, это не суть вопроса. Давайте Ctrl-Z, Ctrl-Z. Если что, вы уже сможете под себя тут переделать, под вашу анимацию. Так. Чуть-чуть ее можно вперед. Скульпт-мод. И, короче, все это дело, наверное, еще больше выгладим. Вот эту кепку тебе надо посмотреть, что там с головой-то стало. Да не, нормальная голова. Все, теперь вот кепка за ухо ложится. Можно ее еще чуть-чуть, наверное, вот так вот. Вот, вот теперь вроде бы пойдет. Привязываем теперь кепку к костям. Выбираем кепку, выбираем кости. Заходим так, постмод, выбираем кость кепки, Ctrl-P. Это значит bone. Все, она прикрепилась. Object mode. Ну и все, в принципе. А, еще, пардоньте, вот бутсы. Выбираем бутсы. Ctrl-P. With empty group. Выбираем отдельно бутсы. Заходим в модификатор. Опять же, data transfer. Так, здесь вот мотаем, чтобы выбрать нашего персонажа пипеткой, и vertex date, vertex group, и apply применяем. Ну вот уже упакованный наш персонаж. Так, это я сразу сохраню, чтобы вам потом с этим делом не мучиться. Так, если нужно, чтобы у него была перчатка, вот вы удаляете этого персонажа, подставляете вот этого и перевязываете его на кости. Ну и к нему также точно перевязываете одежду. Вот такая штука. Так, ну, другого способа я не нашел. Единственное, что нужно тогда здесь отрезать вот эту руку, удалить вот эти полигоны и одеть вот на эту культяпку тогда вот эту вот перчатку. Объединить их, выбрать, допустим, персонажа. И через Shift перчатку. И нажать Ctrl-J. Объединить это дело. И потом вот эти косточки в Edit Mode переправить, ну, исправить, подогнать вот под эту перчатку. Вот, чтобы пальцы кости находились вот в этих местах. Так, ну, в принципе, все. Давайте протестируем теперь персонажа. Так, выбираем тазовую кость. G. Вы видите, что все работает, все мягенько. Тут, в принципе, у персонажа полигонов как таковых-то и нет. Вся вот эта штука весит. Так, зайдем в Object Mode. Ну, вот полностью вот этот персонаж, перчатки. Кстати, перчатку, я не знаю, тут, да, перчатку можно еще понизить полигонаж. Она без развертки, просто текстура на ней наложена. Так, что еще тут можно показать? Ну вот, все прикреплено. Мяч. Мяч выглядит вот таким вот образом. Ну, вроде симпатюшно сделан. Нормально. Как сделать мяч, как сделать перчатку, как сделать биту. Это ролики уже были. Я их выложу в описании. Посмотрите. Ну, вот такой персонаж.
дополнение именно для чего я их делаю, это чисто для проб анимаций. Да, у них тут есть как свои проблемы, свои косяки. Ну, долго сидеть тоже не хочу с персонажами. Время тоже пока есть, но бывает, что и не бывает. Короче, вот такая система. Вот такие персонажи. Надеюсь, они вам пригодятся. Если искать для скачивания, я вот почему еще их начал делать, потому что я их просто не нашел. Вот хотя бы в таком даже виде. Я их просто в интернете не нашел. Есть как приближенные, ну, не стилизованные, там навороченные, стоят, конечно, они немало. Ну вот, обзор такой. Все, всем пока. Качайте внизу модель. До свидания.